Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джану Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванша Калпатарувасья Кипасинду Бхавача Патитанам Павне Бхавашна Бибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтагирам Яд Кипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидев Вайпьявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Тату Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхупадеса Санкиртане Кришна Катхупадеса Гори апатрашва пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша джагод варан Дхейям сада парибхабагна мавишта духам Тетас падам сива виринчанатам сараньям Ветаттихам панатапал бхават дипутам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Яд Пада Паллава Накачанда Мани Чатая Бисфуриджита Кемапико Душва Дарши Пурнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадхи Камай Кадахи Кам Каруши Сри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита бхужо канука бодато, санкиртаной капитаро камала ятакшо, бишам бару дижавару жугадхарма пало. Банде Джагат Прия Кару Каруна Аватара Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Асурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамани Аджата Калапам Гори Нирантара Вибуши Тапам Бхагам Нараяно Прияманамга Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Вадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясти Хидай Самбир Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам
Mam ijya prajapati bhyam tapaso pasamenava. Naham ijya prajapati bhyam tapaso pasamenava. Tusheyam sarva bhutatma guru shusha sayayata. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru told Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Прабхупад сказал, что тот, кто обрел вкус Нишкинчан Баджана, Ананья Баджана, они никогда не оставят Хари Баджан. Гауди Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, те, кто обрели вкус Ананья Баджана, они никогда не будут пытаться оставить Хари Баджан. Это невозможно для них оставить Хари Баджан. Это же вопрос прямого чувства, это не вопрос драмы. Хари Баджан – это вопрос прямого чувства. Если вы можете понять, что такое Хари Баджан, если вы получите вкус, то все материальные какие-то удобства лабха пуджи практически не будут волновать нас. Когда мы получим вкус Ананья Баджана, то все материальные лабха пуджи и практически станет подобно испражнением или еще хуже. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, Шрила Прабхупада пишет в поэме Вайшнаваке, кто такой Вайшнав, Шрила Прабхупада сравнивает материальную пратишту с испражнением свиньи. Pig always going to eat stool eater. They are all stool eater. After eating stool, again they И вот эти свиньи питаются испражнениями и потом испражняются таким образом. Двойные испражнения получаются. И Шрила Прабхупада хочет дать нам понять таким примером, он хочет сказать, как скверно это вся лабха, материальная лабха, пуджа и пратишта. Шрила Прабхупада, он хочет сказать нам. Только ради материальной пратишты. Мы готовы продать достоинство нашей сампрадаи. Или наш вечер, наш характер поведения, сиддханта вечера. Сейчас можно видеть, многие идут на компромиссы с сахаджи. И вот некоторые готовы продать величие и достоинство нашей сампрадаи ради каких-то мелочных материальных вещей, лабхи, пуджи, братишти, какой-то дешевой славы. И Шрила Прабхупада вот сравнивает такое с испражнениями свиньи. И вот Садхгуру всегда пытается вложить
чувство, подлинное чувство внутри вашего сердца. Садхгуру не говорит никаких лекций. Садхгуру всегда пытается вложить прямое чувство баджана в ваше сердце, осознание, силу осознания внутри вас. И это обязанность садхгуру. И также это обязанность садшишья принять это без всякого лицемерия. И у меня нет права говорить то, что не могу почувствовать, или какую-то ложную философию, которую я не могу сам прочувствовать. У меня нет права говорить об этом ради какой-то дешевой славы или каких-то денег. Шрила Прабхупад говорит, мой Гурупад Падма дал мне такое великое общение. Шрила Прабхупад говорит, я обрел такое возвышенное общение с моим Парамхамса Гурупад Падмой, что я мне неприятно общаться с какими-то материалистами. И вот я получил великое общение с моим Парамхамса Гуру, что после этого я чувствую себя, чувствую безразличие к общению с материалистами. Мне неприятно. Я говорю такой возвышенной философии не ради какой-то дешевой славы. А я приведу несколько примеров. Один возвышенный преданный. Шрила Мадхавендра Пурипад. Он вечный спутник Гуранги Махапрабху Шри Кришны. Вайшнави Пратиштха – это естественно, поскольку тот, кто вайшнав, он никогда не стремится к Пратиштхе, Пратиштха сама приходит, чтобы украсить их. Но когда наш Гопинатх, он захотел украсть Кира, когда это послание было распространено, и вот ночью это случилось. Мадхавендра Пурипад думал утром, Пуджари говорит, Пуджари скажет кому-то, тот кто-то еще кому-то скажет, таким образом это все распространится, и люди будут пытаться поклоняться мне, и поэтому я лучше уйду заранее. И вот перед рассветом, перед тем, как зашло солнце, он уже ушел из этого места. И это природа Гуру Вайшнавов. Они никогда не хотят, не стремятся к Пратиштхе, но Пратиштха сама приходит, чтобы украсть их жизни, что здесь делать. Один возвышенный преданный, кто лучший из ведантистов во Вриндаване, великий преданный, самосознавшая себя душа Сидда Махатма. Вся веданта, он все осознал, понял всю веданту и говорил по ней во Вриндаване. Одно общество, и вот они какие-то саду хотели дать ему титул, звание, степень какой-то ведантиста, и вот все важные люди
пришли в его Баджан-кутир, чтобы выразить ему почтение и попросили, можете ли вы прийти на наше собрание, мы хотим дать вам звание ученого, ведантиста, тот саду разгневался, сказал, уходите прочь, мне не нужно ничего подобного. Если вы хотите узнать что-то, обрести милость Веданты, вы можете прийти. Если вы хотите дать какой-то титул мне, то что толку от этого? Поэтому уходите прочь, мне не нужны никакие степени. Что я буду делать с этим титулом? И поэтому наш Шрила Прабхупад никогда не стремился к каким-то званием, титулом, он мог запросто взять такие, набрать, получить где-то такие вот вышеперечисленные титулы. И вот Шрила Прабхупад мог запросто получить все это, но он никогда не стремился к этому. Шрила Прабхупад, он хотел служить Бхагавану всем сердцем. Он хотел занять нас в Харибаджане, в совершенном Харибаджане. И вот Шрила Прабхупад говорил, те, кто по-настоящему обрели вкус Ананья Бхаджана, Ананья Бхаджан значит, что значит Ананья Бхаджан? Ананья Бхаджан значит абсолютный бхаджан. Это такая огромная любовь к Кришне, что нельзя подумать ни о чем ином. Только Кришна, Кришна. И они могут понять, осознать все трансцендентные качества, трансцендентные лилы Кришны. И с этим осознанием они совершают бхаджан. И это называется Нишкинчан бхаджан, Ананья бхаджан. И вот если вы обретете такой вкус, и в какой-то день вы обретете, осознаете милость Гуранги и Нитянанды. И вот милость Нитянанды и Гуранги. Вы никогда не оставите бхаджан. Это невозможно. Это вопрос осознания. В начале всего я должен понять, что все, что у нас есть, все временно. Не говорить какие-то лекции, это просто. Можно что-то запомнить и говорить, но осознать и понять кому-то, помочь кому-то понять, это уже гораздо сложнее, поскольку после осознания нам не будет, после того, как мы осознаем все, нам не будет нужды стремиться к какой-то дешевой славе. И вот каждую часть секунды, если вы смотрите туда или сюда, вы можете понять сердцем, что скоро уйдете из этого материального мира, нет ничего вечного здесь. Что же сделать с этим, со всем этим? И тогда можно пытаться делать все для того, чтобы совершать бхаджан Гуранги Махапрабху.
И тогда вы не будете стремиться ни к каким корыстным вещам. Вы будете делать все для Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Я могу дать вам пример, с помощью которого можете понять, что такое осознание. Вы можете осознать, что такое осознание. Я не какой-то университетский лектор, или не лингвист, и не лектор, чтобы вы ожидали каких-то красивых лекций. Итак, я не лингвист, чтобы вы ожидали какой-то красивый язык. И что вы можете ожидать? Можете ожидать прямое чувство, то осознание, которое я обрел от моего Гуру Падпадмы. Вы можете ожидать это. И то осознание, которое я обрел от моего Гуру Падпадмы. Сасмин Баванча Кесаве. What realization Guru Maharaj out of his love, causeless mercy, wanted to give me, and after getting the realization, I was feeling something extraordinary. И вот, когда я осознал нечто, я почувствовал что-то необычное в своем сердце, какое-то блаженство. Нет ничего со мной. Я был нищий и сейчас. Но все же я не знаю, какая радость во Вриндаване. Когда Гуру Махарадж ушел, я бы остался без копейки денег, я просил подаяния, но все же я чувствовал какую-то радость, откуда я получил такую силу, такое вдохновение совершать Гавардхан Парикраму, совершать Харикатху, вот все вот это Ваджа Мадал Парикраму, 84-крошную. И с тех пор я понял, то, что Гуру Крипа — это самое важное на берегу, точнее, рядом с Гирирадж Махараджем я говорил Харикатху непрерывно. Но я чувствовал какое-то вдохновение. И вот осознание — это очень важное. Если я занят сбором денег, дешевой славы и прочего, то я не имею права говорить Харикатху. Или если даже кто-то говорит, то он не получит никакого блага. И, к сожалению, такое часто происходит. И вот пример я могу привести. Может, вы слышали имя Читракету Махараджа. И вот Читракету, у него не было детей. Я кратко расскажу, поскольку у нас долгая история. И в итоге, по милости Ангиры Риши, он главная его жена родила ребенка. Но перед тем, как пришел этот Ангиры Риши, благословил его. И вот и главная его жена родила ребенка. Старше. И вот Ангира Риши сказала, что этот ребенок принесет тебе как радость, так и горе. Царь был настолько рад, что он забыл вторую часть его благословения, что тот принесет как радость, так и горе.
Вот царь, он был необычайно рад его благословению, что он получит ребенка. Вот вторую часть забыл совершенно. И вот этот ребенок родился, и вскоре его отравили другие царицы. И вот он умер. И после... того, как сообщили царю, царь буквально сошел с ума. Хотя вроде был могущественным царем. И этот царь стал как сумасшедший. И вот он плакал и плакал, горевал, рыдал и пошел во дворец и упал перед этим мальчиком, который уже умер. И вот такое плачевное состояние. Мало кто сможет вытерпеть такое. Как такой могущественный царь стал с таким слабым? Почему? Как такое вообще возможно? И после этого, что случилось, он начал горевать, как сумасшедший. Начал рыдать. Уже был готов помереть. И Нарада Риши, и Агнира Риши, они решили навестить его. И вот они пришли в обычной одежде. И вот они спросили, что случилось у царя, что мой сын, единственная радость жизни, он умер. И спросили, кто же суть вот твоей жизни. И вот он сказал, вот моя единственная надежда, светоч всей моей жизни, вот он умер. И они сказали, о царь, ничего не потеряно. И когда мы теряем Гуру Вайшнавов, это настоящая потеря, если какие-то деньги, какая-то собственность, еще что-то ушло, то это, по сути, ничего мы не потеряли. А если Гуру Вайшнава, Гуранга Нитьянанда ушли из нашей, ушли, покинули этот мир или ушли из нашей жизни, это великая потеря. Или если Чайтанья Чайтамрита уйдет из этого мира, это великая потеря. Если случится потоп, такое всемирное затопление, то если останется Шри Чайтанья Чайтамрита, то мы ничего не потеряем. И вот он говорит, во время такого вселенского потопа я могу взять Чайтанья Чайтамриту, и этого будет достаточно. Если она защищена, то мы ничего не потеряем. И некоторые думают, что Шрила Прабхупад сумасшедший. Что он говорит? Поскольку они не могут достичь того уровня осознания. Когда Гуру Вайшнавы говорят, и вот какие-то саньяси или так называемые преданные могут возмущаться, поскольку когда Гуру Вайшнавы говорят такую голую правду, не все могут это потерпеть. И поэтому некоторые очень гневаются, но не могут понять, сколько милости проливает Гуру Вайшнавы. И поэтому у Гуру Вайшнавов нет никакой зависти. И вот они говорят голую правду, чтобы предостеречь нас, чтобы мы были
бдительны, но люди часто превратно понимают и не видят милости Гуру Вайшнавов. Вриндаван Дас Тхакур настолько милостив, что он готов даже пнуть нас по голове. Это не признак его гнева. И вот чистые Гуру Вайшнавы, у них нет враждебности никому. У них нет желания критиковать кого-то, верите вы или нет. Я вот сижу здесь с читания Бхагавата. У Гуру Вайшнавов нет никакой зависти и желания критиковать кого-то. Они столь милостивы, что готовы защитить весь мир от обманщиков. Они пытаются помочь нам. И в этом было указание Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, чтобы ложные садо, мошенники, они чтобы показать, кто есть кто, чтобы мошенников, носящих одежду саду, они были выставлены в подлинном свете. Мы должны их изобличать, иначе они принесут много вреда под именем какой-то ложной проповеди. Если кто-то проповедует по-настоящему, то почему люди не обретают бхакти, не знают Сиддханты Шрилы Прабхупады? Где ответ? Я не хочу спорить с кем-то. Пропаганда — это разные вещи. И если кто-то называет свою деятельность проповедью, то пускай покажет хоть одного человека, который что-то осознал значимое. И вот если такого нет, то нельзя сказать, что это настоящая проповедь. Если настоящая проповедь происходила бы, то тогда самосознавшие себя души возникали бы, они бы появлялись в процессе такой проповеди. Поскольку самосознавшая себя душа, она может помочь другим осознать себя. И вот если я осознал, обрел самосознание, то я могу помочь другим искренним душам, именно искренним, те, кто хотят этого по-настоящему. Это обязанность подлинного саду Гуру Падпадмы. И вот в итоге они сказали Нарада Ягнира: «О царь, ничего не потеряно в твоей жизни, не беспокойся». Тот сказал: «Нет, я не хочу больше жить». И в итоге перед этим царем Читракету эти риши, они позвали душу этого убитого мальчика, отравленного, назад, как в случае с Махапрабху. Шивас Пандит, и когда ушел, Махапрабху позвал назад эту душу. Душа вошла в тело, ожила, и сказала, что все кончилось в моей жизни. Ну, выполнил свой кармический долг, и вот ухожу. Махапрабху сказал: «Зачем тут такое хорошее место? Ты родился в семье преданных». А душа сказала: «Нет, вот свою миссию закончил и ухожу». И вот так же эти два риши, они позвали эту душу, спросили: «О, душа, зачем же ты уходишь? Ты столь удачлива родиться в царской семье, его единственным сыном. Ты принц, так удачлив, зачем же ты уходишь с этого прекрасного рождения?» Тут сказал: «Нет, все, карма моя отработалась буквально, и я ухожу в следующий дом, следующее воплощение». Как в Гите. И вот в Гите Бхагаван говорит: что мне нужно идти в новое место, когда Дживатма вошла в тело
в новое тело, а точнее в это тело мальчика, и начал говорить такую татву сиданту, то сумасшествие и горести царя прошли сразу же. Он понял, что я был столь глуп, что не понимал таких очевидных вещей. И это невежество развеялось. И вот такого примера более чем достаточно. Он не был обычным царем, но все же он не мог осознать такие простые вещи. И вот, осознав и получив милость этих двух риши, царь понял, что такое жизнь. И перед тем, как совершать Харибаджан, мы должны осознать значение нашей жизни и не забывать то, что я говорю. Мы можем совершать Харибаджан после. Но для начала, перед тем, как начать Харибаджан, очень важно срочно понять значимость, значение нашей жизни. Если мы поймем, то это станет таким поворотным моментом в нашей жизни, и мы можем посвятить все Гуру, Вайшнавам и Бхагавану. И вот сегодня Тиробав Титхи Великого Шимананда Прабху. Шимананда Прабху, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, вечный спутник Шимати Радхарани Канака Манджари, но все же он провел такую лилу. Он родился в отдаленном месте этого западного Бенгала на границы Сарисы, Даренда Бадурпури. Это около Миднапура, северо-запад, на границе Сарисы. И вот в обычной семье, в смысле, он такой небогатым, скажем так. Отца звали Кришна Мандал, в нынешнем родился в низкой семье. Много детей умирало, и в итоге вот он родился. Он был не первым ребенком, и отец и матери решили назвать его Духи Кришнадас на всякий случай, поскольку много их детей уже умерло в младенчестве. Как у Джаганатха Мишры, у нее тоже много детей померло в младенчестве, поэтому Нимая назвали Нимая в честь Нима, что он такой горький, чтобы у Ямараджи не было желания его забрать. И вот и народила также его под деревом Нима. И вот с такими мыслями, что ребенок будет горький буквально, и Ямарадж не будет заинтересован в нем. И вот ради самого рождения он был очень умный, был преданным, и вот его отправили в школу учиться, и за короткое время в Якарон Аланка все закончилось. Он закончил изучать, и вот когда он вырос, когда ему стало где-то 12 лет, он подумал, что нужно принять прибежище у Садгуру, поскольку он слышал имя Нитьянанда Гауранги со старших преданных в деревне. В деревне были какие-то вайшнавы, они любили его. И он
он услышал Гуру Нитянанди от них и хотел принять Садгуру в качестве своего духовного учителя. И видя огромное влечение, его влечение к Хари Бхаджану, отец Кришна Мандал сказал: «Хорошо, о мой сын, ты очень заинтересован в том, чтобы совершать баджан, можешь принять прибежище у Садгуру, я разрешаю тебе». Да. И я слышал, мальчик сказал, что имя одного Садгуру, его зовут Хридой Читани. Я имею в виду ученик Гуридас Пандита, кто вечный спутник Гуру Нитянанды. Но он живет в Калне. И как ты можешь пойти туда? Ты еще мал. Вот как бы не совсем далеко, километров 30, но транспорта не было. И вот он попросил разрешения, что вот какие-то преданные идут в Новодипу принять в Авине в Ганге, я могу пойти с ними по дороге посетить. И мать звали Дурика Деви, и отца Кришна Мандал. И вот и преданный знает, что успех баджана — это не какая-то дешевая слава, деньги, положение в обществе или привязанность к чему-то, или не стать ачарьей. Пост ачарьи — это тоже не плод хари баджана. И в любом состоянии, в каком бы мы ни находились, мы должны совершать хари баджаны. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур написал в одном из киртанов: и это очень не столь важно, мы находимся в жизни домохозяина, ну тут как бы живя дома, это не обязательно, что человек женатый. Внешне, если человек принял отречение, это не столь важно, принял или не принял. Баджан это не помогает. И вот важно помнить Верховного Господа, неважно, где мы живем, в лесу или дома, в каком статусе пребываем, это не столь важно. Важно, чтобы всегда помнить и воспевать святые имена Верховного Господа. Это гораздо более важно. И вот в итоге он был успешен в том, чтобы вот достичь Калны. И вот он, они пришли к Калну. Там дальше было, это не от Надвипа они шли, а вот с этого, с границы Арисы. И вот он, ему показали, где живет Хридай Читани, он снаружи поклонился, принес полный распростертый поклон. И Хридай Читани почувствовал что-то в сердце, не знаю почему, и вот он вышел. Я увидел, какой-то мальчик лежит в поклоне. «Кто ты?» «Я пришел служить вам. Меня зовут...» «Дуки Кришна Дас». «Дуки, меня зовут». И Хридай Читани сказал: «Сегодня я видел во сне, что кто-то придет ко мне». И вот ты пришел, пойдем. И вот он рассказал все про себя. Тот отправил его принять омовение в Ганге, тот пошел, принял омовение в Ганге, и потом в какой-то благоприятный день он получил посвящение, он служил Гурудеву.
так много раз он принимал, часто носил воду Ганги из этой Ганги, все служение в то время, они совершали, они с помощью воды Ганги готовили, мыли что-то, все с помощью воды Ганги делалось, и поэтому-то они ходили за Гангой. Сколько раз он туда-сюда ходил, принося воду, и таким образом, с таким служением, Хрида Чайтанья был очень, и вот Хрида Чайтанья был очень доволен им. Это очень важный момент. Не пытайтесь это избежать. Я хочу дать некое представление вам. Очень важное, некое понимание. И вот весь мир знает. И вот и как понять, кто совершал настоящую гуру-севу, может кто-то прикрывается именем гуру-севака, но совершал ли он гуру-севу по-настоящему, поскольку преданные, когда служат искренне всем сердцем гуру-деву, то далеко не всегда кто-то это замечает. Гурудев это, конечно, замечает, но остальные далеко не всегда. И вот в Чайтанья Матхе однажды служил такой неграмотный сывак. Когда бы Шрила Прабхупад, если он не видел его, он спрашивал, и вот с утра его нету, где он. И вот обычные преданные занимается какой-то простой севой, что там моет все, но Шрила Прабхупад беспокоился о нем, поскольку он видел, что тот совершает севу всем сердцем, кто-то может одурачить весь мир, заявляя, что он лучший из проповедников, но Нитьянанду и Гурангу не так просто одурачить. И вот весь мир будет бороться с вами. Но если я скажу такую сиддханту, я думаю, далеко не все поймут. И вот вопрос Гуру Крипы. И это Гуру Крипа никогда не зависит от того, сколько способностей у вас есть, сколько великолепия, сколько образования, денег и прочих вещей, памяти. Как можете красиво говорить? Нет, не это. Если так, то почему Шрила Прабхупад так много выражал, уделял внимание этому преданному? Хотя можно видеть какие-то великие проповедники, знаменитые проповедники, писатели, авторы книг оставили Шрилу Прабхупаду и даже не упоминали его имя. Даже вот имя Прабхупады не не вспоминали в их следующих книгах, когда они ушли из Гауди Матха, и такое бывает. И вот весь мир может дать нам гирлянду, говорить, что я лучший проповедник. А кто мы, чтобы говорить? Если сравнить весь мир, если вот взять на чашу весов, поместить весь мир и на других Шрилу Прабхупаду, то я приму, несомненно, Шрилу Прабхупаду, если кто-то говорит, что я не совершал никакой гуру-севы. То я думаю, Гурупад Падма может осознать, понять наше сердце. Весь мир может сказать, что я не совершал гуру-севы, но я не заинтересован в этом. Нет дела до того, что они говорят. Только я хочу уделить внимание моему Гурупад Падме. Тот, кто обретает гуру-крипу, а кто нет,
будьте осторожны. Тот, кто обретает Гуру Крипу, а кто нет, это не вопрос какой-то рекламы. Поскольку Шрила Прабхупада говорит, тот, кто... Шрила Прабхупада говорит, тот, кто пытается доказать, что он лучший из преданных, из вайшнавов, Шрила Прабхупада говорит, что это признак того, что человек вообще не вайшнав. Если кто-то говорит, что он единственный проповедник и правильный из всех, то это признак того, что он вообще не является вайшнавом. Если вы хотите выжить, вы должны следовать мне. Иначе можно превратно понять баджаны, всю философию бхакти и пасть с этого пути. Шрила Прабхупада говорит, если кто-то заявляет о себе как о единственном проповеднике, а все остальные неправы, что он единственный, кто проповедует правильно. Но Шрила Прабхупада говорит, что это признак того, что он неправильный, точнее, не вайшнав вообще. И еще Шрила Прабхупада многократно говорил, что много в своих диалогах, статьях, то есть такие... И вот Шрила Прабхупада сказал это уже лет 100 назад, что Шрила Прабхупада вот оставил тело в 1936 году, сейчас уже, сколько там, 190, около 90 лет с его ухода прошло. Я могу показать множество свидетельств, если вы достаточно удачливы, и они смогут понять это, как математика. Математика, если вы небольшую ошибку совершите, вся математика это... И вот, в общем, если вы ошиблись в какой-то математической формуле, считаете потом все правильно, то результата не будет. Если вы вначале допустили ошибку, даже... небольшую вы потеряете все. И не забывайте, пытайтесь помнить эту сиддханту. Если вы совершите вайшнава апарадху, то все, что бы вы ни делали, станет нулем. И вот, обретя вкус Хридой Чайтани, он... И вот почувствовал себя хорошо. И вот он послал его, видя талант этого мальчика, он послал его к Дживи Госвами. Он сказал, ты должен пойти к Дживи Госвами во Вриндаван, и там ты сможешь изучить все и стать он лучший из ведантистов во всем мире. И вот вы указали мне, да, я пойду. И вот он взял разрешение у Гурдева и пошел. И мы звали его Кришна Дас. Гурудев дал ему имя Кришна Дас. И в начале всего он пошел в Навадвипдаму, чтобы выразить почтение, поклониться дому Гуранги Махапрабху. Махапрабху уже не было. Но все же он встретился с Ишантакуром, который был достаточно стар. И вот он отправился в Каши, в Варанаси, в Гаю, точнее в Гаю, а потом получил даршан того места, где Гуранга Махапрабху получил дикшу. И
И вот он до Матхуры дошел в итоге, получил даршан Адикешева, Вишрам Гата, омылся в Ямуне и встретился с Живой Госвами. Он спросил в Раджаваси, где же Баджан Кутир Джива Госвами Пада. Они показали там на берегу Ямуны. И вот он пришел к Джива Госвами, поклонился и передал ему письмо, написанное Гурудевом Джива Госвами. Его Гурудев написал, что отправляю Кришнадаса к тебе, ты должен принять его как своего собственного ученика и обучить его всему. И после этого, если вы думаете, что все он выучил, то отправьте назад. Его Джива Госвами Пад всем сердцем принял этого мальчика, и тем временем Наротам Такур и Шринивасачарья, они уже были там с Джива Госвами Падом. И это воля Гуранги, что все три, они все проповедовали. И вот Наротам Такур, Шринивасачарья, они уже все вместе, они начали изучать Шат Сандарбху, Бхагавасиданту, Веданту и все остальное. Шринивасачарья совершил служение, поскольку его Гурудев жил рядом с Гопалбхатой Госвами, там, где Радхараман. И вот Радхадамодар, там не так далеко. И вот он служил там Дживи Госвами Паду, еще кому-то, и Наротам Такур. Его Гурудев далеко жил. Невозможно было к нему ходить. Кадирване жил. И вот по возвращению Гурудева он жил с Дживи Госвами Паду, чтобы все узнать, изучить от него. И однажды Кришнадас спросил, какое служение вы предпочитаете, чтобы я совершал. Джива Госвами Пад сказал: хорошо, каждый день утром ты можешь пойти и убраться в Нидуване. И вот, ну хорошо, я пойду каждый день. Он брал веник и шел подметать этот Нидуван. Однажды чудо случилось, он обнаружил что-то сияющее и подошел, увидел украшение какое-то, очень красивое, изящное. Я не знаю, кто потерял. И вот он завернул в одежду. Но кто-то должен прийти и поискать. Я вот увижу, отдам. И тем временем Лалита пришла и спросила: видел ли ты, тут ты тьму поубираешься? Да, видел ли ты тут, что ты там? Вот украшение потеряла, а чего твое нету, моей подружки? Имена не сказала, и вот, видя красоту этой девушки, обычные девушки не могут так сиять, так красиво говорить, так вести себя. Сказал: да, я нашел, но передам только хозяйке.
пускай она приходит, вот и забирает. И Лалита ушла позвать Радхарани. Радхарани очень хитра была. Сказала, ну вот сказала, вот в общем, он сказал, что вот тебе только лично отдаст, и Радхарани пришла. Она стала за деревом и спряталась, и сказала, это мое. И видя красоту, с чем она, да. Он был восхищен на сама Радхарани и начал, почувствовал какое-то вдохновение. Я очень удачлив, откуда они пришли. Это мое украшение, можешь ли ты отдать? Да, забирай. И Лалита пошла и взяла. Лалита подошла к Кришнадасу и сказала, что моя Сакхи хочет благословить тебя. Она очень довольна, что ты нашел. Это оно, я не хочу никаких благословений, я хочу милости Радха Говинды. И что мне с этими благословениями делать? И вот я ищу Радха Говинду. И Сакхи сказал, что ты иди в тот водоем, омойся. И приходи к Сакхи. Она не сказала, что она Радхарани. И вот когда он принял омовение, он заметил, что вышел, когда из этого водоема он стал в женском оказался в женском теле, поскольку Радхарани не встречалась ни с какими мужчинами. И перед Радхарани она взяла браслет, там что-то, да. И вот Радхарани взяла этот браслет и сказала, подойди ко мне. И вот она взяла кум-кум и сделала тилак этим браслетом. И с сегодняшнего дня и твое имя Шьямананда, Радхарани сказал, и это тилак постоянное. И ты сейчас в женском теле, твое имя Канакаманджари, и это было подтверждение. Радхарани ушла с этого места. И вот он потом пришел к Дживе Госвами, то спрашивает, что такое, что случилось, что ты плачешь, откуда тилок такой? И тот рассказал, что случилось, и сказал, что никому не говори, ты очень удачлив, пойдем ко мне. Дживе Госвами обнял его. Без ты необычайно удачлив, твоя удача безгранична, бесконечна. Сама Радхарани явилась тебе. И после этого Джива Госвами Пад был очень осторожен насчет этого, насчет него. И вот когда он закончил учиться, Джива Госвами Пад решил, Лакнат Госвами тоже там был, и вот они вместе решили отправить Шьямананду Наротам Такура Шринивас Ачарью на проповедь.
И вот они, все эти книги, написанные Джива Госвами Падом, Рупой, Рагунатхой, вместе с Сандарбхами и остальными, собрали, положили на эту бычью упряжку. И вот преданные благословили, все преданные благословили их, трех. Идите, и это желание Гуранги. Не забывайте, те, кто слушает подлинную Харикатху, они никогда не будут одурачены, никто не сможет их одурачить. Те, кто слушает подлинную Харикатху, те, кто обрели милость, никто не сможет одурачить их. Однажды один прекрасный преданный пришел в эту гору Пурнима, предыдущую гору Пурнима. Не хочу его имя называть. И вот он меня очень уважает и любит. Я не знаю почему. И вот ему 97 лет было, или 98 даже, он постоянно повторяет Харинам, и люди говорят, что Нама Сидда, и вот хотел встретиться со мной. Я думал, во время Гопанимы Харикатха всегда происходит, и где его встретить, храма у нас нету. А где я живу, там места мало, вентиляции нет, даже один человек, там сложно его, куда позвать его, в другое место, библиотека, одни книги, бумаги там, в Гошале далеко, он еще не один будет, тоже все последователи у него много, все не влезут. И вот я думал, что я сам приду к нему. И вот я пошел к нему, поклонился, выразил почтение, прикоснулся к его стопам. И вот я начал говорить Харикатху и его последователям. И после этого я привернулся. И вот они хотели опубликовать эту наш разговор. Я вернулся сюда на Харикатху. И вот он спрашивает у меня, что такая Сиддханта происходит отсюда, что нужно опубликовать это или нет. Я сказал, что не надо, мы любим его. Но это вот Сиддханта, она вот не в соответствии с Сиддхантой Прабхупады. И мой вопрос, откуда у него такая интуиция появилась, что он может определить, что надо публиковать, а что не стоит. Ну, в общем, так и не опубликовали. И вот мой вопрос. Те, кто слушает подлинную Харикатху, те, кто приходят как-то несерьезно, в общем, ходят, для них слушание Харикатхи — это не самое важное. Могут слушать, могут нет, зависит от их настроения. Но я думаю о тех, что те, кто развили огромную любовь, огромное влечение к Харикатхе, как мой Гуру Махарадж, один скорпион укусил его. Но все равно он, несмотря на это, пошел слушать Харикатху с Шилой Прабхупады. Никто не мог. И моя Харикатха для таких. И смотрите, моя Харикатха не для всех, а для избранных.
для тех из книг преданных, кто имеет огромный вкус к Харикатхе, обычные люди не могут понять. Или приватно понимают. И вот сейчас они все вот втроем и вот погрузили эти ящики с книгами на бычью упряжку и поехали. И тем временем они почти доехали. И тем временем в Банкуре все книги были украдены. Это отдельная история, мы хорошо рассказывали. И, в общем, Шринивасачарья позаботился. Думал, как это все, ну, точнее, думал, как это все вернуть. Он сказал, я здесь останусь, а указание Гурудева, чтобы вы шли проповедовать, а я тут попытаюсь как-то вернуть эти книги. И народ Амдаку пошел на восток проповедовать. Шивананда пошел в сторону Арисы, Бенгал, в тот район. Не вот такая широкая проповедь, она применима к ним. Иногда я говорю, что такая широкая проповедь, не все могут ее применять. Она применима к таким, к великим душам, как или к, вот, к всем вышеперечисленным, или к аватарам самого Господа, или очень возвышенных преданных. И в итоге Шивананда Прабху начал проповедовать. И куда бы... Если мы примем, чтобы очиститься с помощью Ганги, нужно прикоснуться к ней, принять омовение в Ганге, тогда мы очистимся. Но чистые вайшнавы, они более могущественны, достаточно получить их даршану, взглянуть на вайшнавов, и мы сразу очищаемся. Много киртанов написаны Нарутом Такуром, Бхактивинодом Такуром, о славе вайшнавов. Вот Махарадж их перечисляет. Вот этот киртан Нарутом Такура, что все пыли с лотосных стоп вайшнавов, если я могу, смогу поместить их к себе на голову, это наилучшее украшение моей жизни. И вот Бхактивинода Такура говорит так же. В тот день, когда вы осознаете славу лотосных стоп Гуру Вайшнавов, вы можете достичь успеха. В тот день, когда вы осознаете, кто такие Гуру Вайшнавы, как кто-то может критиковать Гуру Вайшнавов. Мы должны молиться о их милости, кто осмеливается их критиковать. Вайшнавы, они безупречны. Нирдош Ваданья Сучи. Все качества вайшнавов начинаются с этого. Нирдош, безупречны, Ваданья Сучи. Но кто-то находит какие-то недостатки, оскорбляет их. И дурачит своих учеников
Это молитва Шрилы Бхактивинода Такура, чтобы он молится, чтобы каждую часть секунды моя вера в лотосные стопы Гуру и Вайшнавов, она увеличилась. Если какой-то человек на посту Ачарьи говорит противоположное, что толку от его учения? И когда чей-то гурудев, чей-то гуру падает, например, случилось так, то в этом случае предыдущий, когда кто-то получил дикшу от такого гуру, он как бы еще не был падшим. Может, все хорошо у него было, и потом из-за стремления к лабхе Буджи Пратишти он пал, начал говорить какую-то ересь, то в этом случае можно спросить меня, если предыдущий гуру пал, то мы отсоединились от преемственности, да. Сейчас отсоединились, отключились от гуру парампары, что же делать? Нужно принять прибежище у такого подлинного садгуру, который может дать вам полное подлинное учение Шрилы Прабхупады. Вот если случилось так, что вы отключились от преемственности Шрилы Прабхупады, что же делать? Нужно пытаться как-то восстановить как-то. Принять прибежище подлинного гуру, получить связь с подлинной парампарой. И вот такого сиддханта сказано Шрилой Прабхупадой, мы не должны бояться. И мы обретем милость Крипу. Если чей-то гуру, Мадхья-Мадхикари, не столь важен, но все же, такой начинающий. И много случаев я могу показать. И таким образом, смотрите, если вы примите прибежище у чистого преданного, кто находится в преемственности с Шрилой Прабхупадой Бхактивинодом Такуром, то будьте уверены, вы находитесь в преемственности учения Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот с чем Ананда Прабху начал проповедовать. И очень обширно, вы не можете подумать. Шиманада Прабху дал милость кому-то, и тот тоже начал проповедовать очень активно. И проповедь происходила, и это было настоящей проповедью. После этого один очень прекрасный, важный человек, Рассикананда Прабху, он был сыном известного землевладельца, набожного. Рассикананда Прабху, он был буквально сходил с ума, чтобы принять прибежище у садгуру. Рассикананда, он вечный спутник. Анируддха Вишну. Рассикананда, он Анируддха Вишну. И Шамананда Прабху, он Канака Манджари. И во сне, когда и вот он хотел найти подлинного гуру, и видение во сне пришло, что не надо никуда бежать, гуру придет к тебе вскоре. И вот он вдохновился, начал ждать.
with full troops in that village. И в итоге с чем он пришел в эту деревню и Расикананду, виде его, он понял, что сон был вещи, и он сейчас сбылся. Он позаботился о нем, начал просить о прибежище, да. И вот он получил посвящение у Шимананды, получил харинам от него, и после этого Расикананда Прабху ушел из дома, получил разрешение отца и матери, и вот Расикананда ушел и проповедовал с Гурудевом, с Шимананды. Вы не можете представить даже опасные эти разбойники, сумасшедшие слоны, все менялись под его воздействие, по милости Шимананды Прабху, это не шутки. Шимананда Прабху. Кто такой Шимананда Прабху? Адвайта Гасай пришел в форме Шимананды Прабху. Шрила Нарутам Такур, он пришел в форме. Нитянанда Прабху пришел в форме Нарутама Такура. Гуранга Махапрабху пришел в форме Шриниваса Ачарьи. Гуранга Махапрабху сказал Вишнупри, это мое второе тело. Завтра я приду к вам. И вот они пришли, чтобы проповедовать Вайшнава Сиддханту. И вот сегодня у нас есть возможность находиться здесь, говорить что-то о Вайшнава Сиддханте, о соответствии с тем, что мы можем, поскольку Вайшнава Сиддханта Харикатха, она бесконечна, она ананта. Бхагаватам говорится, в соответствии с способностью, каждая птица летает в соответствии со своей способностью, какие-то птицы очень высоко, какие-то не очень, какие-то на средней высоте. И вот Бхагаватам говорится, что подобно этому Вайшнавы также, они обретают милость Нитянанды Гуранги, Адвайта Гасая Гурварги. И в соответствии с этой способностью они говорят Харикатху, их Харикатха. Это не какая-то история, это Харикатхана. Практично, это живое олицетворение Пракрита Харикатхи, Пракрита Шабда Брахма. И вот можете обрести благо, если вы искренне, я думаю так. И вот на сегодня конец. Нахам иджа праджапати бьям тапасо.